Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon в нашем 5-м сезоне. И добро пожаловать вроде в 18-ю серию, если я не ошибаюсь. Также я хотел бы вам посоветовать форум Redstone Laboratory, которая принадлежит Винчестеру. Он очень сильно увлекается всякими постройками, механизмами и также Redstone. Здесь вы сможете найти различную информацию о изменениях в Майнкрафте, связанных с Redstone. И также научиться строить различные новые постройки. Ссылочка в описании, всех попрошу сюда зайти, и может вам тут понравится, и также продолжаем смотреть видео. И, ребята, перед тем, как мы пойдем что-то сделать, у нас уже тут груши выросли, я хочу их собрать, только я не знаю, как они выглядят, когда уже выросли, фиг его знает, нужно потом будет посмотреть, но сейчас я еще ничего не могу собрать. А вот вишни уже выросли, их уже можно собрать. Тут проход какой-то нужно сделать, потому что низкие какие-то деревья получились, и не всегда получается собрать. Так, ладно, что я хотел, ребята, дайте я подумаю. Ну давайте сначала, перед тем, как я объявлю, как мы будем прокачивать покемонов, и чтобы мы уже знали, до какого уровня нам нужно прокачивать каждого с покемонов, чтобы потом заменить его на другого, давайте сначала выспимся. Так, сейчас. Это давайте тогда вот так как-то. Давайте сначала выспимся, у нас тут жарится, да, жарится. Давайте сейчас вот это поставим, и вот тут вот это поставим. То есть у нас уже и уголь потихоньку кончается, ну как потихоньку... Ну, потом все же и так нужно будет пойти в шахту. Не сейчас, но чуть-чуть позже. Так. О, кстати. Я уже все перенес сюда, потому что, если честно, меня уже это полностью задолбало. И что у нас много вещей на кухне, много вещей в инвентаре, и никогда не могу сделать порядок у себя. И, в принципе, это очень бесило, если честно. Но все же, смотрите, тут у нас блоки. Тут я уже вот это сделал. Тут у нас дерево будет. Тут у нас ресурсы. Тут у нас хлам. Тут еда, смотри, сколько еды, тут офигеть уже, это можно поставить, в принципе. Тут диски, темки точнее, тут шапки, тут лечилки, потом можно тут, наверное, еще один будет сундук сделать шапками, потому что сами знаете, что шапок просто до хрена. Тут лечилки, тут покеболы и камни эволюции, и тут априкон. Так, это уже пожаренное, это пожаренное. Хотя давайте возьмем один стак вот этого и один и вот это. Нужно себе потом левелболы сделать или даже ультраболы. Точно, давайте-ка мы себе ультраболы сделаем. Потому что я уже давным-давно хотел пойти еще раз на большую охоту, но никак не доходили руки до этого, потому что, в принципе, и времени не было. Так, ладно, давайте это быстренько все соберем. Желтые, нам нужны желтые, потому что мы будем делать себе ультраболы. Ультраболы у нас желтых абриконов. Так, что у нас тут жарится? Красные, да? Красные и красные. Ну, давайте уже подождем, пока вот этот пережарится. Вот так и поставим вот это. Пойдем быстренько, ребята, поспим. Потом тут баню нужно будет сделать или что это? Джакузи, да? Но пока что не до этого. Пока что мы будем что-то другое делать. Так, ладно. Перед тем, как мы пойдем на охоту, я хотел бы объявить еще 2-3 человек, которые попадут на музей. Я не буду с этим затягивать, потому что нужно идти уже ловить каких-то новых покемонов. И объявить идейку, как мы будем прокачивать наших покемонов, да. Но перед тем, ребята, не забывайте то, чтобы попасть в музей, вам не хватит того только, чтобы оставлять комментарии. То есть вам также нужно ставить лайки, потому что в последнее время есть такая фигня, что набирается...
больше комментариев, чем лайков, что, в принципе, даже если с любой стороны посмотреть, это уже когда немного странно смотрится, что комментариев больше, чем лайков. Вот это я забыл поменять, ну да ладно, сейчас мы поменяем, вот. То, что комментариев больше, чем лайков, это, если честно, действительно странно. Поэтому, ребята, не забываем ставить лайки, не забываем. То есть, в первую очередь, даже перед тем же комментарием, вам нужно поставить лайк. То есть, в музей попадают не только те, кто комментирует, а попадают и те, кто ставит лайки. И в первую очередь, даже раньше, чем поставить комментарий, вам нужно поставить лайк. Это в первую очередь, ребята. Поэтому не забываем. Так, Старавия. У нас уже Гюардос 30 уровень. Все, мы уже... О, смотри, что в чат написало. Сейчас опять выкинет, походу. Вот это хрень какая-то странная, а. Так, ладно. Паршивый глуб нам попался, который хилится. Это не очень хорошо. Да твою ж мать, а. Чё-то мы глума вообще никогда не могли убить. Я уже сколько раз пытался его убить, но он вот с этим тупым хилом вообще никак нереально его убить. У него тупо миллиард вот этих атак, которые он может использовать, чтобы хилиться. То есть бесконечно, и похрен. Но не хилиться успевает и вот этим гигадрейном, наверное, который у него есть. И хилится, и бьется, и короче, все делает. Ну чё же, это же глум. Так. Ну да, класс. И больше, в принципе... Ух, ни хрена себе, Зуро, 11 кусков опыта ухватило. Вот тебе как раз ещё нормально. Так, ладно, давайте вылечимся. Прямо вот тут. А почему у меня... А, гейммод у меня, потому что я чизел взял, точно. Это я забыл. Ладно, давайте быстренько пойдем, то есть очень-очень быстро. И все же, ребята, я решил, что... Мы будем и на первой, и на третьей эволюции ставить. Сейчас открою текстовый документ быстренько. Текстовый, вот. Ну, там, где показано имя человека, который активно комментирует. Я буду ставить и на первую, и на вторую эволюцию тоже, потому что вы сами знаете, что покемонов мало. Если ставить только на последнюю эволюцию, то не все попадут в музей. В принципе, вот сейчас у нас уже даже нет покемонов, которых мы можем поставить как статуи. Поэтому сейчас мы даже вообще никого не сможем добавить в музей. Так, быстренько. Денчик хижин. Так, тут у нас The Incredible. Да-да, ты, чувак, ты, я уже знаю, ты уже понял, что я про тебя. The Incredible Jeff, поздравляю, ты попал в музей, не переставай комментировать. Так, тебя я удаляю. Дальше у нас идет куриное яйцо, но он попросил, чтобы я его записал как Данил Войщев. Он Войщев, точно. Да, он вроде говорил, что у него на букву О ударение, поэтому Войщев. Поздравляю. Даниил, я правильно написал? Не Данил, а Даниил. Так, два человека новые в музее. Потом у нас идет, кого бы добавить? The Lemon Craft. Тебя тоже можно. The Lemon Craft. Дальше, ща я его... В этой серии, ребят, я вообще, походу, столько людей добавлю. Так, ща, ребят, секундочку, я его удалю. The Lemon Craft удалил. Потом Визер. Визер, у тебя так записано, поэтому я извиняюсь, если не устраивает, но... Не устраивает, но все же у тебя вот так записано. Потом Исаак Плей. Ух, ребята, в этой серии я много кого добавлю. Исаак Плей. Тебя я тоже сейчас уберу. Потом, ну кого бы еще добавить? Ну давайте Тамерлан, да, это ты, Раджабов. Тамерлан Раджабов. Так. В этой серии много, вообще много людей попадет в музей. Дальше. Настарлик. Кого бы Настарлик добавить? Давайте. Ну давай Диджей Ангел. Пускай, ладно, пускай. Диджей Ангел, вот так. Потом на Чуртвига. Так, тебя еще удалю.
Так, сюда давайте добавим Жека Гуделов. Пускай будет. Жека Гуделов. У него вот так написано. И давайте еще Набру добавим. Ну, давайте добавим. Быстренько. Ну, допустим, пускай будет УТИДЖЕЙ. У него написано УТИДЖЕЙ, а ну давайте ТИДЖЕЙ. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек в этой серии попало в музей. Я надеюсь, вы все, ребята, рады. Я всех поздравляю, кто попал в музей. А кто не попал, не расстраивайтесь, потому что у меня еще в блокноте куча человек, и вы все сможете сюда попасть. Поэтому не нужно расстраиваться, что вы сюда не попали. Потому что я и так за одну серию добавил 9 человек, что, в принципе, очень много. Остальных я добавлю потом. Так, ладно. Что я хотел? Да мать твою, с этой ошибкой конченой, а? Ребят, прошу прощения, но эта серия будет меньше, чем 20 минут. Я уже рассказывал почему, потому что если 19 минут серии грузится... час, 20 минут серии грузится 3-4 часа. И это, в принципе, как-никак странно. Но ладно, пофиг. Давайте быстренько полетим куда-то, может, кого-то найти. О, я точно, я хочу Иви найти. Но для того, чтобы найти Иви, нам нужно взять Свамперта вместо Гюардоса. Гюардоса уже можно выкладывать в компьютер, я потом объясню, почему. Сейчас пока еще день, давайте мы быстренько слетаем. Так, давайте. Иви, вот так. Так, где у нас тот лес? Вот он. Минус 1100, 900. ТП минус 1100, 85, 900. Лучше на какую-то большую высоту. Ух, ни хрена себе. Как... Вот. Вот, замечательно. Ху, ребятушки. Тут уже куча Иви. То есть одну, может... нифига себе, две Иви. Вы чё, на приколе были две Иви, и две Иви вступили в бой. Класс, прям... А почему я их жизни не вижу? То есть только вот так, когда мы уже на них напали. Иви, пожалуйста, я знаю, ты очень красивая, ты очень миленькая, но ты такая скотина, когда не хочешь словиться. Вот. У нас Свамперт 55 уровень. Какая-то, твою мать. Десятый уровень Иви никак не хочет залезть в левел болт. Смотрите, десятый нафиг уровень. Десятый уровень будет так выпендриваться. Пожалуйста. Ху! Спасибо тебе, Иви. Ты чудо. Может. Зараза. Нет, она, если честно, зараза. То есть третьего раза словилась, вот ты паскуда. Но все же, классно, что мы ее словили. А вроде больше никаких Иви не будет, потому что уже... Ну как? То есть уже больше ближе к ночи, чем к середине дня. Поэтому вряд ли тут кто-то будет. О-оу. Так, сейчас кончилось. А вот тут. Давайте кого-то на болоте попытаемся найти. Ну тебя... Жопочник, не хочу я ловить, не хочу, тебя и куча, и в принципе, ты никогда не нравился мне. Одиш, а в принципе, можно даже Одиша словить, их куча всегда, и у него две эволюции. Но Одишев тоже куча, поэтому, в принципе... О, а это что такое? Давайте тоже посмотрим. Это трава, а вот это... Артишок. Ладно. То есть, ребята, тут куча всяких... фигань на еду, то есть прям миллион, это я образа, но очень много всяких вещей для того, чтобы делать еду. И как я говорил, еду я... Опа, марштом, ни хрена себе. То, что еду я буду делать тогда, знаете, ребята, я хочу сначала закончить наш музей, чтобы он полностью был закончен. Опа. Иди в жопу. Я обосрался. То есть я такой стою, я, знаете, просто не врубился, а что это за херня? Ведьма там стоит в своей избушке. То есть в пиксельмоне, видите, а она все же спавнится. Парас. Где ты? Вот. Свамперта не нужно кидать, давайте стараем. Да хрен, я сейчас умру еще. Ни хрена себе. Зруа, Гроту. Ни хрена себе. Ладно, Свампер, давай. Ты 100% затащишь. Охренеть! Он еще и вылечился! Ну, сейчас мы тебе камбускеном затащим. Да. Охренеть. Опа, мега драйн. Вот вы попали. Так,
Это давайте выложим. Ху, а вот ведьма, офигеть. То есть спавнится. Ну, в принципе, когда спавнеры есть, тоже они же разрешают спавн вот этим покемоном, потому что у нас же стоит вот эта сложность для того, чтобы нам нужно было кушать. Опа, знаете что, ребята? Может, если нам еще немного повезет, то может мы даже найдем Desert M. Я включу F3, потому что нужно смотреть. Desert. Смотрите, ребят, как только увидите, что там пишет Desert M, кричите, кричите, Эдисон, вот ты дурак, вот ты пропустил Desert M. Это нужно смотреть. Но тут вроде его не будет, потому что тут куча... О, мы еще деревню нашли, класс. Нужно смотреть, чтобы было 19 минут. Так, Desert M. Тут, по идее, не будет, потому что он находится там, где малое количество воды. Ой. Ну да. Ни хрена себе. Ну, в принципе, да, он взорвался, можно и так сказать. Ух, 40-й уровень. Ну... Тебя лучше сразу на свампер-то кидать, да и все. Так, класс. Take down, quick attack, wing attack, давайте вот так. Страви у нас уже 33 уровень. Так, тут у нас вообще что-то будет какой-то. Тут даже походу того домика нету, где мы можем взять себе... Взять себе какие-то... Ну, там, где спавнятся сундуки. Да, походу нету. Класс. Вообще замечательно. А в сафари тоже нужно иногда летать для того, чтобы... Так, сейчас, старавия, вот кого, как раз вот эту жирафку двухголовую можно как раз напасть, потому что 45 уровень, это классно. Только давайте сразу на свампер-то поменяем, чё париться. Фух, по куску опыта тоже сойдет. Так, прикол, сейчас бы отказал, не контрол, а вот этот, пробел, и мы бы туда бабахнулись. Саванна, нужно смотреть. Также в саванну, потому что тут могут быть, может быть, точнее, алтарь. А если мы найдем алтарь, ребята, это будет очень офигенно. Смотрим, ребята, если что-то увидите, то пишите в комментариях, что я что-то пропустил. Нифига себе, еще одна деревня. Но тут, походу, тоже нету домика, где спавнится сундук. Ах, жаль. Но все же, две деревни нашли, они еще так, говорю, рядом заспавнились, нифига себе. Ладно, быстренько потопаем дальше, ребята. Пролетим немного дальше. И как раз пока мы куда-то летим, я сначала пожру что-то. Вот так. И сейчас я скажу, как, ребята, я хочу прокачивать наших покемонов. А хочу я прокачивать вот так, то есть покемоны, которые эволюционируют очень быстро. Например, Magikarp, да, он эволюционирует на 20 уровне в Гюардуса. То есть он эволюционировал, все, нафиг мы его дальше будем качать, если мы можем уже его выложить в компьютер, если он дальше не будет прокачиваться. Но это будет очень быстро, и тогда мы даже не успеем немного даже покачаться тем же покемоном. Потому что если он эволюционирует на 20 уровне, то все, мы его прокачали, мы его выкладываем в компьютер. В чем смысл? Также, например, вот сейчас мы словили Иви, да, мы ее можем эволюционировать на 10 уровне Вапориона и выложить ее в компьютер, потому что все, она уже прокачанная. Но это будет неинтересно, согласитесь? Я думаю, вы все со мной согласны, потому что будет действительно неинтересно. А как мы будем прокачивать? Вот таких покемонов, которые эволюционируют на ранней стадии, то есть очень быстро, мы будем прокачивать до 30 уровня. Опа, а, это вот то. А, мы будем прокачивать до 30 уровня. То есть... Гюардос, Magikarp эволюционирует на 20 уровне, мы его прокачиваем до 30 уровня и выкладываем его в компьютер. Иви, мы словили 10 уровень Иви. Вот сейчас мы ее берем с водным каменем, например, эволюционируем в Вапориона, да? Она 10 уровень, на 10 уровне мы ее эволюционируем в Вапориона, качаем до 30 уровня, выкладываем в компьютер. Кто там еще рано эволюционирует? Ну, в принципе, я думаю, вы поняли смысл, что я хочу сказать, что таких покемонов, которые рано эволюционируют, мы качаем только, ну, до 30 уровня. А такие покемоны, например, как Свамперт, Чармандер, Сквиртл, которые эволюционируют, ну, имеют последнюю эволюцию на 36 уровне, мы прокачиваем до 36 уровня, и потом, когда они уже эволюционируют, мы их прокачиваем до 40 уровня, то есть мы их выкладываем в компьютер, когда они уже эволюционировали на 36 уровне, и потом прокачиваем еще 4 уровня до 40, и потом мы уже их выкладываем в
компьютер, и все. То есть этого, например, вот сейчас у нас есть Лапрос, да, мы его прокачаем к 40 уровню, и потом мы его выложим. Вот как раз Старави эволюционирует, это офигенно, но сейчас уже нужно заканчивать, минута осталась, и если мы на минуту больше сделаем серию, то на пару часов дольше загружать. Но все равно, ребята, я думаю, вы поняли, ну а, например, такие как Драгонейт или Ларвеста, то есть Вулкарона, мы будем прокачивать, ну, к 55-му, на, к тому уровню, где они эволюционируют. Так. Я этого покемона покажу потом, не в этой серии, уже нужно заканчивать. А такие покемоны, которые эволюционируют на 32-м, на 34-м уровне, мы тоже будем прокачивать к 40-му уровню, да. Все же, ребят, давайте на этом быстро заканчивать, еще и несколько секунд есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забываем также ставить лайки для того, чтобы попасть в музей. Не хватит только, что вы комментируете, а нужно также ставить лайки, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.